В общем, коротко о том, что же все-таки произошло. Прилетело новое обновление, теперь нужно ехать в аэропорт за двумя охранниками из триады, потому что они будут обеспечивать дополнительную безопасность вашего смартфона. Ну и, соответственно, никакие мошенники не смогут украсть ваши деньги, залезть к вашим данным и тем более как-то вам навредить. Ставьте европейскую прошивку, получайте 6-е обновление 12-й версии. И вперед, в нем патч безопасности на 336 или 338 килобайт, который грузится порядка 2 часов. Ну а так, в принципе, все по-старому, все работает. И это не может не радовать.